Доброе утро, животные! Почему он такой большой? Кто большой? Хорошая. Ну почему она такая большая, да? Угу. Почему ты ее боишься? Погладь. Угу. Страшно? У нее такие зубы. Все, ушло. У него, это конь. Да. Может, нет? Такие зубы. Доброе утро! Начался наш третий день. Кто расскажет свои впечатления про ночь? Мы мало опять разговариваем, надо больше рассказывать. Вон, спят двое еще, да. Спят. Так, у нас здесь завтрак планируется. Хлеб, каши. Вот Антон что-то делает. Саша ему помогает. Костер. Завтрак. Время. Сколько время? 9:39. Да, вчера мы в это время как раз таки вышли. Ой, 8:39. Вчера мы в это время вышли. А сегодня еще даже все еще даже палатки не убрали. Ну, потому что был дождь. И зашивали рюкзаки. Спорвался рюкзак Стаса и надорвался Матвея. Вроде зашили. Да, прям соленка оторвалась. Вот так делается завтрак. Согрелась у нас вода. Сейчас Антон или кто-нибудь еще, мучаясь, разольет это все по миске. Антон, сделать вышку? Да, сделаю. Да я сейчас спальню. Сейчас собирать тихонечку палатки. Так, кто будет что рассказывать? А то потом видео будет неинтересно. Саша, рассказывай, как прошла твоя ночь? Нормально. Шел дождь, не спал. Все. Ты спал или не спал? Я спал. А слышал гром? Я слышал гром. Так, мне кажется, так громыхало. Антон, тебе не кажется, что прям очень сильно громыхало? Не, ну, нормально. Где-то, кстати, 300 метров молнии ударил, прям аж треск был. Вот. Ну, а так жарко было, конечно. Кстати, да, Сева спал не в спальнике, он просто им как одеялом укрывается сверху, да. Чуть-чуть. Так, а Стас спал плохо, да, Стас? Да, я что-то уснуть долго не мог. Саша, я твои кипятки вот. Да. И Матвей спал плохо? Или а хорошо? Медведи. Кто ходил? Не, Матвей тоже здесь плохо ходили спал, медведи. Долго ворочался. Да, ночью? Да, я выходил здесь в медведи кругом. Ты с ними чайку, попил и пошел дальше спать. Вон там еда висела. Вон там, да, уже убрали, висела еда. Это мы повесили, чтобы медведям было интереснее добираться до нее. Но у них не получилось. Не получилось. Они так, скажите, сколько воды несла? Немножко. Да немножечко, как вчера в пюре. Нет, ну не настолько немножечко. Чуть-чуть, ну, чтобы она, как сказать, перекрыла. Все, это немножко. Че? Все дома там, что в лесу. Мой завтрак. Одежды, на третий день висит, у нас светит солнышко, хотя ночью шел дождь, очень сильный. Вчера мы прошли 11 километров сложных, а сегодня будет легче. Да? Не, ничего. Ты не шайся свою кашу, Антон. А суп-то вкусный. Особенно, когда густой такой. Слияние двух рек. Мы на второй ночевке же до сих пор. Вот. Здесь сливаются две реки. Смотрите, какие они бурные и классные. А вон мост какой. Thank you.
Так, мы почти собрались с горем пополам. Вот уже все. Матвей уже не хочет никуда идти, хочет быстрее на море. Ян, ты тоже? Давайте позвоним в это, в государственную заповедничку, и пусть они пришлют вертолет, а не на море. Вот. Я поплаваю пока что, буду прыгать с волнореза, а вы дойдете. Начинается наш третий день пути. Сегодня мы должны преодолеть тоже порядка 10 километров и к ночевке оказаться на 30-м километре. И у нас останется 23 километра до моря. Ну, до Красной Поляны. Мы сегодня позже всех уходим с лагеря, ну, со стоянки. Тут все уже ушли. Мне кажется, последняя группа ушла часа полтора назад. Время 10:30. Что-то мы так долго собираемся сегодня. Вообще непонятно почему. Как-то вот я уже стою, наверное, минут 15 жду, когда остальное допакуют. Вообще очень долго. Почему-то очень долго вышло. И, может быть, мы встали поздно. Ой, может, еще что-то, но как-то так. Ладно, одеваем рюкзаки и пошли в путь. До связи. Так, идем дальше. Вот такая у нас под ногами земля после целого дня дождя. Говорят, сегодня более легкий путь. Вот. Чуть-чуть восхождения есть небольшие пока. Честно говоря, мне тяжеловато. Я до отец вчерашнего еще не отошла. Тяжело идет. Так, наш первый привал на третий день. Мы прошли порядка 2 километров. Остановились вот в таком красивом месте. Вот, отдыхаем. Сфоткались здесь. Сейчас перегрузим немножко Матвея, там поменяем по-другому пенку с рюкзаком. Ну, местами пенку перекрутим. И, в общем-то, подъем дальше. Саша говорит, нас впереди ждет подъем. Посмотрим. Надеюсь, нет. Прикольный лес. Вы любите леса? Смотрите, как здесь здорово. Вон впереди Яна идет. Меня ждет. А я фоткала, останавливалась. Так, тут ручей. Ручей, говорю. Главное не упасть с фотоаппарата. Давай на тебя перенесу. Себу? Передай. Дай мне палку, слышишь? Дай мне подножку. А я пойду вот здесь. По бревну, мне кажется, больше шансов упасть. Мы к чему-то подходим. К броду переправе. Матвей перешел. Яна. Давай, Яночка, давай. Саша там полез. Не знаю, наверное, переливает, как сейчас, да. Яна перешла.
села. Олег, сейчас упадешь, промочишь ноги. Ну, не до такой же степени. А мы палочки заберем. Чего? Палочки заберем. Чьи? Палки заберем. Зачем? Тебе не надо. Иди с палками. Когда ты сел на привал отдыхать, дети сделали пол моста, а папа решил доделать остальную часть моста. Я переживаю, что папа сломает. Вот. Все, отходи, промокнешь. Уходите, отходите, пойдем. Все. Мост готов. Пошлите дальше. А то запрудите. Реку запрудите. Я так устала. Мы идем дальше. У нас брод вот такой. Кто-то уже перешел. Кто-то сейчас будет переходить. Не знаю как. О, я очень устала что-то. Еле иду. Сева, у нас вот так все броды переходят. Ну и Стас тоже, соответственно. Чего? Отдыха. Да нет, надо раньше. Надо раньше отдохнуть. Так, мы на самом деле уже почти пришли на стоянку, которая у нас третья. Прошли порядка 10 километров. Осталось метров 500. Вот какая-то штука непонятная. 200 метров осталось, да, Саш? Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас придем. Вот видите, тут очень много памятников. Вот этот весь маршрут по лесу, вторая половина его часть, прям памятник на памятнике. Я не снимала их, не снимала их всего. Видите, вот какой он большой, смотрите, по сравнению с Яной даже. Пока лагеря нет. Давай. Да. Пока лагеря нет, пока только пришли. Вот тут костровище. Матвейка отдыхает. Третий день. Время 3:15, еще день. Жалко, что здесь... вчера пришли в 4. Жалко, что нет солнышка, вот как у них там, чтобы нормально. Наш лагерь. Мы его уже поставили. Дело это не быстрое. Время 5 часов. Вот тут всякое висит, опять сохнет. Мы с Яной и с Матвеем сходили на реку, перестирали кучу носков. Не все хорошо отстирались, но, по крайней мере, они больше колами стоят. И Севины штаны. Сева умирает с голоду. Да, Сев? Никак не дождется, когда мы дадим ему еды. А мы еды ему не дадим, потому что она еще пока не готова. Иди попроси тоже кусочек хлебушка, он я не дали. Пока дядя Антон дает. Бегом, бегом, скажи, дядя Антон, дайте мне тоже.
Вот сегодня река, которая у нашей стоянки. Вот, сейчас покажу. Красота. К сожалению, уже опять набегают облака. Время сколько, я только что говорила? 5 часов 15 минут. Но там уже скрылась гора. Там гора на горизонте должна быть, но ее уже не видно. Люди здесь. Кто-то дрова собирает, кто-то моется, кто-то воду набирает, кто-то стирает. Мы с Яной вон там, сейчас здесь далеко вам ответят. Там мы с Матвеем перестирали кучу вещей. Ноги околели, замерзли. Сейчас вот идем. Еще раз. Тут воду по колено. Да не, ну я так. Стас хочет окунуться. Но вообще вода 4 градуса. Вот он сейчас стирает свою майку. Мы уже настирали с Татьяной, с Матвеем. Теперь Стас стирает. Красота-то какая. Тем не менее, красота. Да, красиво такие пороги небольшие. И еще раз. Давай еще раз. А вообще детям здесь интересно. Ой, сейчас посветлее сделаю, вот видите. Севка очень занят. У него там дел. А Яна ходит, видите, по реке, кораблики запускает. Что, кораблик? Кораблик перевернулся, и мы чуть-чуть замерзли. Понятно. А Сева куда бегает? А Матвейка вот просто ходит. Все смотрит. Камни покидал. Что у тебя голова мокрая? А что у тебя голова мокрая? Чего ты? Я ее ополаскивал. Ополаскивал голову? Понятно. Вода 4 градуса. Ну, Сева, там, видимо, кораблик плывет. Вот он такой счастливый бегает. Тут маленькая протока, прям ручеек. Основная река, она вот тут. Сейчас. Вот тут вот река. Вот она. Течет. Сейчас подальше. Вот. Вот и Яна. И вон туда вот утекает. Горы. Вот мы пришли откуда-то. Оттуда. Не знаю откуда. Конкретнее. Как-то так.